В Ноябрьске завершился 18-й межрегиональный конкурс «Полярная звезда». В этом году участников было почти в два раза больше, чем обычно. Со всего Уральского федерального округа в наш город приехали десятки творческих коллективов, а это 190 человек. Как отмечают члены жюри, которые по традиции возглавил заслуженный артист России, певец, телеведущий Андрей Биль, в этот раз особенно сильными были хореографические постановки, и Ноябрьск отличился именно в этой категории. Главная награда конкурса «Гран-при Полярной звезды» присвоен образцовому хореографическому ансамблю «Элегия» возрастной категории от 13 до 17 лет. А танцевальные коллективы «Модерн», «Магия танца» и «Импульс» стали лауреатами первой степени. В этом году на конкурсе впервые в отдельную категорию выделили участников до 9 лет. Как объяснили организаторы, это сделано потому, что все больше заявок на участие подают не просто юные таланты, а совсем крошечные певцы и танцоры, которым всего по 3-4 годика. К слову, «Полярная звезда» – это не только выступления артистов, но и мастер-классы по вокалу и хореографии, которые проводят именитые педагоги. А победа в таком конкурсе может послужить стартом на всероссийскую сцену.